Пластиковый мусор можно встретить почти в любом уголке мира. Но то, в каком виде он предстал в Смитсоновском национальном зоологическом парке в Вашингтоне, больше вдохновляет, чем удручает. Многие люди даже не знают, что есть такая проблема – загрязнение океана пластиком. Так что первый шаг – рассказать им. Мусор рассказывает сам за себя. Все эти фигуры морских обитателей выполнены из того, что выловили в Тихом океане. Анджела Пози и ее команда очищали береговую линию в штате Орегон, собирая все подряд – от бутылок до резиновых шлепанцев. Из собранного сделали 17 больших скульптур. Получились как живые. По-моему, это было мило, по-настоящему красочно и притягивает взгляд. Нельзя бросать мусор в океан, потому что это вредит животным. Морские обитатели глотают пластиковый мусор и впоследствии гибнут. Создатели этих скульптур надеются, что после их выставки люди задумаются, прежде чем кинуть в воду очередную бутылку.